Дорогие друзья, здравствуйте. Хочу вам напомнить о некоторых датах, которые нам предстоит на следующей 12-й неделе этого года вспомнить и не забывать, по моему скромному мнению. Некоторые из них трагические. В частности, 22 марта 1933 года, то есть это практически 90 лет назад, был в фашистской Германии основан первый концентрационный лагерь, который во Второй мировой войне использовался для борьбы с противниками нацистского режима, социалистами, коммунистами, священнослужителями. А во время войны это место таких серьезных трагических событий и экспериментов над людьми. Об этом надо помнить. 22 марта 1943 года – это день Хатынской трагедии. Небольшая деревушка в 60 километрах от Минска, где были также фашистами и нацистами практически полностью уничтожено население и все жители этой деревни. В этом году 80 лет память об этом событии. Тоже нельзя об этом не помнить. На этой неделе родились великие люди. Георгий Степанович Жонов. 22 марта 1915 года родился в Петербурге, знаменитый, известный артист советский. Немножко пострадал годы тяжелые, но для меня лично это резидент в сериале про резидента и милиционер в фильме «Берегись автомобиля». 118 лет со дня рощения. 23 марта 1910 года родился выдающийся, может быть, самый выдающийся японский режиссер Куросава, Акира Куросава. Его шедевры «Семь самураев» и другие, наверное, знают все. Тоже об этом помню. Ну и совсем интересная дата. 25 марта 421 году основан город Венеция. Вот так. Не забывайте.